компактный прибор с мощным мотором. Делает фарш и готовит сок из апельсинов. Небольшой и яркий корпус не займет много места на столе и в шкафу, а мотор превратит несколько килограммов мяса в фарш за считанные минуты. Поговорим про мясорубку Bosch MFW3630i. Сделана она в Польше. Для начала взглянем на комплектацию. В коробке сам прибор, насадка мясорубка с тремя дисками, насадка для колбас, кевия и рулетов, лоток для продуктов, толкатель, шнек, нож, пресс для цитрусовых, запасная шестеренка и инструкция. Перейдем к корпусу. Компактный и яркий, с оранжевыми вставками. Сверху расположились ручки для переноски и отсек для дисков. Сзади гибкий шнур и отсек для него. Снизу проведены ножки, чтобы мясорубка не прыгала и не скользила по столу. Слева находятся кнопки включения, переключения скоростей и реверса. Мотор мощностью 500 ватт перемалывает почти 2 килограмма мяса в минуту на максимальной скорости. На первой он работает медленнее, но заметно тише. Если в процессе готовки на нужном отдали жилы, поможет реверс. С ним не придется прерываться, чтобы разобрать и почистить прибор. Поговорим про насадки. Мясорубка с тремя дисками подойдет для фарша с разной текстурой, от совсем нежного и похожего на рубленый. Специальные насадки позволят каждый день наслаждаться домашними колбасами и рулетами, а пресс для цитрусов сделает свежевыжатый апельсиновый сок для завтрака. Мясорубку легко чистить. Корпус достаточно регулярно вытирать влажной тряпкой, а насадки промыть теплой водой. Надо заметить, посудомойки их мыть нельзя. Мясорубка Bosch компактное, но мощное устройство. Она справляется с парой килограмм мяса за минуту и выжимает сок из цитрусов. А еще у нее яркий корпус, который поднимет вам настроение.